Всем привет! Сегодня буду готовить дрожжевые блины. Раньше к дрожжевым блинам я относилась очень даже равнодушно. Мне казалось, это очень нудно, долго. Но когда я приготовила блины по этому рецепту, сомнения сразу же улетучились. Это стали любимые блины в нашей семье. Приготовьте, не пожалеете. Они очень вкусные, нежные, мягкие, пушистые. Рекомендую. Начнем готовить. В стакане теплого молока растворяем дрожжи и 1 столовую ложку муки. В оставшееся молоко вмешиваем сметану, масло, сахар и соль. Добавляем стакан молока с дрожжами и даем постоять закваске минут 15. В просеянную муку добавляем разрыхлитель, перемешиваем. Отправляем к молочной смеси.